начинается новый старт. Это 2017 год, на дворе до сих пор 2017 год. Мы живем при Евросоюзе, и это неоспоримый факт. Я был в тех городах, но не видел тебя. Я не видел тебя. Я ношу белые кроссовки, но все смотрят на белые облака. Всем нужна новая тема, но так все устарели, что я читаю до сих пор про старые темы. Я вспоминаю те лица и новые лица, но какая-то не получается связиться. Все носят белые кроссовки, но так повторяется новый бит и новая тема. Порой я читаю обо всем, но не знаю конкретную тему. Всем нужна конкретная, но у всех в глазах туман. Я не похож на Витю АК-47, но там раньше читали про казино 3-3 топора. Эй, он до сих пор носит белые кроссовки, а где-то в темном углу злой негр читает про все это. Он так знает давным-давно, но вся моя жизнь — это путешествие. Опять снова не связится. Я каждый раз волнуюсь перед новой толпой. Меня встречают в объятиях, но там где-то живет дьявол. Меня предали в этом году, это был 2017 год. Это все мои не друзья, а мои враги. Твои друзья — это мои враги, но ты один мой друг, который был предан до конца. Я не опустил руки, но все напомнили про Диану Петрову. Это же больше не чудо-женщина, и нету новых историй, я сам их всех придумал. Эй, на ютубе снова лак, или шлак, или лак. Отсюда я хочу уйти, но меня не отпускает армия мертвецов. Так как похоже на все, на Долгопилскую войну, это не дис и не задисил я никого, это просто читаю рэп. Как приблудный кот смотрит на тебя. Вы оцените все это когда-нибудь в 2018-м. Эй, политей, но это не Витька жирный тролль, это просто три топора. Бабки не жалей, как белые кроссовки, но ты смотришь прямо на белые облака, когда нету интернета.